Всем привет! Сегодня мы гуляем по городу. Ну, у нас прохладненько, так немножко мороз по коже, день чудесный. Но вышло солнышко, это радует. Я сегодня постригся, вот одел капюшон, что в затылок дует, все состригли. Идем на московский рынок, надо покушать немножко, перекусить. А покушать, да? Да. Уже все высыхает, вон гульки гуляют. Лови гульку. Снимаю 4К 30 FPS. Попробую, как у меня будет компьютер с таким разрешением, с таким битрейтом работать. Закончили кушать, питаться гамбургерами и какао. Все, мы покушали, идем. Покушали. Что мы кушали? Бургеры. Бургеры кушали. И запивали все это какао. Какао, 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 коко. Какао, какао, коко, коко. Вот моя стрижка, красавчик. Вот. Красивый, красивый. Да, сейчас идем. Сейчас идем уже к машине. Вроде солнце светит, ну, на солнышке тепло, да, но так где-то в тенечек попадаешь, а если еще в маленький ветерочек, ушки мерзнут у детей. Где цветочки? Да. Поэтому идем дальше. Секция свидетелей скандинавской ходьбы. Вот они все. У нас как бы зима, но все, видите, все зеленое. Особенно туйки зеленые. Они у нас вечно зеленые. И травка зеленая. Как северяне как-то не поверили, там видели у нас видео, типа, какая-то зима, у вас не зима, вы не зиму снимаете. Зима у нас, трава зеленая, типа, как зимой трава зеленая, да, у нас так, вот она зеленая трава. Зато летом она самая. Вот она зеленая трава зимняя. У нас зимой трава зеленее, чем летом, летом она желтая. Потому что солнце светит, выгорает все. Вот наш музей обороны Севастополя. Старинное красивое здание. Короче, идем по большой, по улице Ленина, к морю. Холодно, капюшон одели, сколько там, мороз +2 или 3, но мороз. Идем,
вместе. И все. Классный кот. Такой. Кошка. Ну что, толстенькая, упитанная кошечка. Конечно, кормит хорошо. А, птички. Где птички? Ну, там еще какие. Лиси. Чего долго не пришел? Невкусно было. Местные жирные кошечки. Убежала, 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 убежала. Идем, идем. Вышли на Нахимова. Посмотрим, что тут интересного. Если что-то есть интересное. Может, опять ничего нету. Да сюда страшно. Пусто, все что-то делают. Там, не, ну украшают. Сейчас посмотрим, что тут украшают. Елочки, палочки и так далее. Нас увидели с камеры и подумали, что мы не местные, сразу на прогулочку, чтобы мы там где-то на катере еще замерзли больше. Да-да-да. Вот елка счастья Нового года и так далее, все написано. Счастливого Нового года, Севастополь! Идет подготовка к Новому году. Украшают тут елочки и красивые. Собирают фигурки. Интересные, непонятные. Блоки. Вот сама елка. Страшно. О, опять телевизор. Телевизор, да. Всякие будочки делают. Посмотрим. Телевизор ставят. Огромный. Ярмарка. Столики для ярмарки. Они в прошлом году они тоже были. Сейчас их опять поставили. Ну, в принципе, полезно. Там, когда холодно, можно и чаек, кофеек попить. В принципе, хорошо. О! Что это? Ну, насколько я понял, то медведь стоит с такими руками. Три медведя. Три медведя друг на друге. Я знаю, что они даже на этом государстве. Новенькая будет, ура! Только какие-то медведи в перчатках, боксеры что ли? Елочки. Елки ставят, сразу украшают. Игрушки все одинаковые, двухцветные, классные. Наконец-то, вот кресло будет у нас для королевы, для королевой, фотосессия. Фотосессия будет, да. Так, ну елочки, в принципе, неплохие. Да, очень похоже. Ну, искусственный, но хороший. Видели мы, что... Вернее, вы видели, и мы видели, что на Нахимова еще все только собирается. Поэтому надо приезжать попозже, чтобы что-то там посмотреть. Естественно, что нужно приезжать вечером, когда вся иллюминация загорается, тогда вот можно интересно смотреть. Сейчас пойдем к морю, немножко там заснимем наше синее черное море. Thank you.
все, мы погуляли, уже так солнце село, конечно, прохладно стало. Поэтому выключаемся, едем домой. Маленькая такая прогулочка сегодня получилась, но основные дела мы поделали. Теперь можно отдыхать, заняться домашними делами. Все, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, дзынь-дзынь-дзынь.